И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Карта у нас Бенди, скачали новый мод. Там много персонажа со всех частей. Будем делать обзор, убегать и веселиться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну что, Димон, будешь ты спамнить, и я? Или я? Или мы, давай начнем. Или мы. Так, а где эти находятся? Ого, офигеть, давай сначала обзор сделаем, а потом... Давай, делаем обзор. Так, ребята, делаем обзор. Первый. Ого! А, Димон, он сразу мочит! Ну что ж ты? Какой-то жесткий обзор. Давай, Димас, на второй этаж залезем и будем сверху наблюдать за этими чобриками. О, давай, прикольно придумал. Давай только сейчас лестницу застрою, смотри. Вот так вот. О, все, и к нам уже никто не залезает, короче, понял? Угу. Они умные, они оббегают. Двойная сетка, Димас, не получится. Давай еще раз такого посмотрим, чобзика. Вот он. Блин, ну вообще... Ой. Это чернильный монстр. А как его зовут там? Ого, у него лапы длинные, Димон. Говорит, долбит наши сетки. Мужик, успокойся. Офигеть, давай следующего смотреть. Давай. О, это обычный Бенди. Бежит. О. Бенди, ну как... Да кола как-то! Сквозь сетку прошел! А как так-то? Это же нечестно! Проб поставлю, вот. Это получается Бенди уже не такой. Так. Сейчас, Димас. Надо специальную стену. Так, вот, Димас. Димон, помнишь тот материал, который Супермен боялся? Надо с такого материала. Что за материал, который Супермен боялся, я не понял. А ты не помнишь? Вадима, смотри, невидимый материал. Так, все, не надо, ребят, ничего не делайте. Все, Димас. Все, ставь. Дальше. Ой, а что это у нас тут? А, Бенди. Так, поставим такого же чувака поставлю. Давай. Ого, а что у него такие звуки странные происходят? Не знаю. Бешеный? Я выключил, потому что музыка играет постоянно. А где он там еще? Ой-ой-ой, мужик, успокой. А что он с одного раза мочит? Так это же Бенди, Димас, ты чё? Ну, кстати, он с полтора раза. Так, куда-то он побежал, давайте этого посмотрим. Это третья версия. Я его боюсь. А тут он уже... А всё, не может пройти, секунд. Злой, да, какой-то он? Не может. А ему 4 пропа не даются, там 2 сетки и 2 эти. Так, смотрим следующего. Воу, вот этот уже позлее, Димас, намного. Так, пойдем посмотрим за него. А где он? А он тут бегает, оп. Но они визуально одинаковые. У него еще что-то отличается. Так, это шахтер. Прикол. Димас, это реально какой-то шахтер. Да-да-да, это маленький монстр. А, у него еще каска с фонариком. Ну, в этом есть какой-то прикол. Кстати, фонарик его видно хорошо. На! Его не берет ничего. Мочим. Все, убили его. Отлично. Называется он майнер, я так понял. О, смотри. О, смотри. А что это за челик бегает с дубинкой? А это что за старичок? А мне нравится он. Блин, классно. Димон, можно армию их заспамнить. Старичок какой-то. Давай еще такого старичка. А что у него в руках? Ребята, начинается веселье. Не забудьте поставить лайк. Да, ребята, оцените, пожалуйста, ролик. Мочим его немножко. Или не надо мочить? Они танцуют здесь, не? Да, давай следующего посмотрим. Вот этого. Ой, топорист! Вот это он злой мужик. Смотри, топор в руках держит. Так, тихо. Пошел. Так, я лечу к вам. У него топор и штанишки такие еще прикольные, желтенькие. Штанишки. Найс. Так, ко мне не идет. Он какой-то странный, если честно. Вот этот что? Это маленький монстр. Маленький, да, чуть незаметно. Он ломает калитку. Тихо, на меня не злись. Я-то добрый. Убил через стену. Ах ты читер. О, как так-то? Читер. Классный мод, очень качественно сделано. Прям отражаемо. Видно, что это чернила. Понял. О, это Бенди. А что это с ним? Он поломатый? Это какой-то страж. У него одна рука механическая. А, с одной стороны, две руки. Так, блин, не дерись, я свой. Он похож на макаку, Димас, какую-то. На обезьяну похож. Реально обезьяна какая-то, смотри. Это что такое? Что за... О, это с кинокамера бегает.
Это со второй главы. Ого, офигеть. Классный Димас. А че он умер? Давай еще разок ставь его. Давай вот здесь, чтобы он в клетке прям был. Пацаны, не убивайте его, пусть уходит. Вот, давай его посмотрим на него вот так вот. Ого, мужик, ты... Ах, ты головнашка. Блин, он светит так еще классно. Димон, можно взять карту лесную, где Слендер, и его поставить. Где темно, и он такой будет бегать. Да, будут деревья освещать. Короче, мы уже знаем, так, что мы запишем. Следующий серии. Все, ребята, становитесь человечками, и сейчас будем убегать от ним от Бетти. Давайте я обнулю. Давай. Все, обнуляй. Готовы все? Так, все готовы? Готовы, готовы, Димон. Начнем тогда со старичка, Димас. Так, со старичков, точнее. Три старичка. Так, спускаемся вниз, Димон, они везде здесь бегают, я проверял. Да? Да, все, да, пошли вниз сюда. О, один уже пошел за мной. Мужик, успокойся, я добрый. Димас тогда еще парочку таких поставил. Блин, это тупик. Закрываем двери. Я успел дверь закрыть. Димас, ты где? Я внизу, короче, отвлеки его. Он ушел. Я не знаю, где ты. Он ушел. Димас, вон он пришел! А, помоги! Фух, как по башке дал! Димас, беги! Ай, блин! Ты что, в него выстрелил? Да я случайно взял РПГ, перелистнул и нажал выстрел. Я не хотел, Диман. Так, давай дальше. Во, Димас, это ты? Вот я, вот. Подписчик тут сражается. Мочим его. Давай, монтировкой. Ах ты, блин, 74 хп. Все, залупили. Реально, их, кстати, реально убить, Димас. Фух, я посижу, я устал очень. Я думал, их нереально будет убить, оказывается. О, Димон, давай проверим, если я буду сидеть, они меня убьют или нет. Да, давай посмотрим. Не, не убивает. А давай нет, еще. Убивает, я пошел. А, я пришел. Ладно, это была легкая волна, мы их даже монтировками всех поубивали. Два у вас топором, два или три штуки поставь. Топором? Да, Бенди такой-то высокий. Давай, давай, давай пока вот таких вот. Давай, давай. Они, кстати, классно так вылезают прям. Круто. Чернильные морды, идите сюда. Зарежу. Ай-яй-яй-яй, они так. По 10 хп сносят. А, они маленькие, поэтому и мало сносят. Давай, Димон, монтировка их забьем все. Я их очень много понаставил, поэтому... Ой, го, здесь армия. Уго. Димас, я не знаю, что делать. Нифига себе ты их наставил. Прессанут. Давай я их еще больше понаставлю. Ого, может не надо? Надо, надо. Ой-ой-ой-ой-ой, что делать, бегу. Я здесь на этом сижу, когда поднимется, я спрыгну. А, тут я гашу, 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 есть. Димон, они быстро гасятся. Вот это он страшный. А внутри у него черни... Ай, убили Димас. Меня загасили. Мужик, я тебя убью, ты не дойдешь вот до меня. Вот еще старичок тут остался с прошлой каточки. Сейчас я его загашу. А я по очереди гашу их. Что-то они легковаты. Чернильная морда, иди сюда. Их убить, кстати, легко. Это хорошо. Ты че на меня орешь? Мы от них убегали теперь наоборот, да? А че, у него больше хп, чем обычно, что ли? Так, а вот, Димас, сейчас поставлю других челиков. Так, давай. Сейчас, Димас, я тогда вот это все сделал вот так вот. Так, ставим мы вот таких вот челиков. Ох, шахтеры. Вот это уже поинтереснее будет, потому что они... У них свет дамажат. Прикольно светится. А, они дамажат очень много. Сколько они бьют? По двадцатке уже сносят, а не по 10. Так, мочим, мочим их. Так, мужики, идите сюда. На сцену. Надо подхилиться, ребят. Где тут хилки? О, они все ко мне лезут. Тихо, сколько ребята. У них хп, не они не убиваются. Вот, кстати, залезть они не могут. Видишь? Ах ты, блин, со спины подошел один и убил. На крысу. Ай-яй-яй-яй, больно. Так, я здесь буду. О, они застряли. Диман, давай гранату вольнем им туда. О, кстати, нормально. Мужики, тема. Держите. О, четко. Че они не умирают? Во, ништяк. Отлично, все, зачищена волна. Попробую обмануть его. А он за мной по кругу гоняется. Музончик еще такой идет, прикольный. А, он догоняет. А! Откуда ты вылез? Человек, блин. Дверь надо закрыть. Дверь закрыть надо, а блин, я ж дернулся. Ты меня не видишь?
Ты меня не видишь, что ли? Заметил? Заметил! Блин, класс. Они здесь не дураки. Они умные, да, Димас, согласен. Они умные дураки. По лестнице. По лестнице. Блин, двоих вальнул и пошел дальше. Мужики, вы где? О, они со мной. Во-во-во, идет, я успею спрыгнуть. Прощай, собака. О, он ко мне не агрится. Класс. Пошли, мужики, вниз. Даю драпу. Я, короче, знаешь что, в самом низу, где два стульчика есть. Понял. Они здесь возле кинотеатра бегают. Это хорошо. Все ко мне пришли, они, Димас, все троем ко мне пришли. Спаси. Я вижу, как ты умер. Блин, так они кроют топорами. Как касаются, сразу умираешь. А они топором как касанут? А ну сколько у тебя хп, дружище? Сейчас он, Димас, тебя поднимется. У него жизнь не тратится, что ли? Тратится. Сзади нас никто не нападет. Он странно ходит так. Они там втроем трутся. Дискотеку устроили. Димас, это читерская пушка. Я их убил. Ого, тут яркость повышенная. Блин, классная карта, когда она вот такая вся вот кишка. Они живые, да ну ладно, да как? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.